меня было много идей, о чем можно рассказать сегодня, но, к сожалению, оказалось, что рассказывать на видео гораздо сложнее, чем рассказывать вживую. Поэтому придется урезать план и просто показать вам несколько разных счетных устройств, которые были популярны в 20 веке. И начну я с самого простого из всего, что было, и одновременно, наверное, с самого распространенного. Со счетных линеек. Ну, вот мы, предположим, возьмем парочку обычных линеек. Вот они по 25 сантиметров примерно получились. Если их приложить одну к другой, то можно заметить, что вот к 10 сантиметров на одной линейке прикладываем начало другой, и 10 сантиметров на второй показывают на 20 сантиметров на первой. Потому что 10 плюс 10 сантиметров равно 20 сантиметров. Логично? Вот. И так мы можем складывать небольшие числа. Но складывать небольшие числа это совершенно неинтересно. К счастью, есть у нас такая штука, как алгоритмы, у которых есть два важных свойства. Ну, во-первых, алгоритмы можно точно так же, как обычные сантиметры, нанести на линейку. Вот у нас есть широко распространенная советская линейка, на которой нанесена логарифмическая шкала. Вот я увеличиваю немножко, чтобы было виднее. Вот так выглядит логарифмическая шкала. Во-вторых, у логарифмов есть второе важное свойство. Сумма двух логарифмов равна логарифму произведения, а разность двух логарифмов равна логарифму частного, результату деления. Поэтому, если мы приложим друг к другу две логарифмические шкалы, то мы получим произведение или частное. Вот мы, скажем, берем одну шкалу снизу. Вот она. Выбираем на ней 3 и прикладываем к тройке единичку на второй шкале. И что получится в результате? В результате получится, что напротив тройки у нас девятка. Потому что 3 × 3 равно 9. Ну и аналогично, если мы приложим к восьмерке на нижней шкале двойку на верхней, то начало верхней шкалы будет указывать на частное. На 4, на 4, потому что 8 делить на 2 равно 4. На самом деле на такие шкалы можно нанести еще очень много всего интересного. Вот, скажем, здесь есть бегуночек. Если мы совместим с помощью бегуночка, где у нас тройка, у нас совместим с помощью бегуночка десятку у нас на самой верхней шкале и число на нижней, то мы получим корень из 10, равный 3 с небольшим. А сзади вот у нас есть, пожалуйста, шкала синусов, шкала арксинусов, шкала тангенсов. В общем, с помощью таких линеек можно производить много всех интересных вычислений. Можно еще линейку, скажем, замкнуть в кольцо. Получится круговая линейка. Работает она совершенно точно так же, просто вместо двух пластинок, двух полосок, у нас два кольца. Пожалуйста. Шкала верхняя показывает двойку, шкала нижняя показывает напротив двойки, выставляем также единицу. И вот получили, что 2 × 2 равно 4. Еще в 70-е годы были вот такие интересные линеечки. Секунду. Я бы сказал, что выглядит она почти так же, как наша отечественная линейка, пока ее не переворачивать. Если перевернуть, то мы увидим калькулятор. Потому что в те времена было еще не очень понятно, на чем проще и быстрее считать, на калькуляторах или на линейках. И поэтому их совмещали вместе. Вот.
Логарифмические линейки – это аналоговые устройства, которые обычно дают точность где-то порядка долей процента. В принципе, существовали линейки, дающие точность где-то порядка 0,01% или даже 0,001%. Но они занимали пол стола, стоили как пол автомобиля, ну и в общем вообще выглядели не как линейка, а как барабан, но это уже другое дело. Сейчас мы перейдем к первым и самым распространенным цифровым счетным устройствам, которые уже могли работать хоть с 10-разрядными числами. И они уже поистине вечны, они появились еще едва ли не во времена Древнего Египта, и кое-где в глубинке используются до наших дней. Как вы, конечно, уже поняли по картинке, речь о счетах. Вот у нас начнем с простейших русских счет. Я думаю, что большинство людей их видели, даже, наверное, умеют пользоваться. Это просто ряд палочек, на палочке надеты костяшки, и их можно перекидывать. Вот, скажем, у нас слева нигде костяшек нету, это 0. Его легко получить, повернув счет направо. Добавляем одну костяшку, получается единичка. Добавляем еще две костяшки, получается тройка. Добавляем еще 1000 костяшек, я перекидывать не буду. Вместо этого добавлю одну костяшку в четвертом разряде. Получается 1003. Теперь добавим еще 8. Ну, у нас осталось 7 костяшек. Значит, 7 переносим сюда. Одну десятку переносим в следующий разряд. Сбрасываем этот разряд. И переносим недостающую единичку. Получаем 1011. Это на самом деле выглядит не очень удобно, но если научиться, то на счетах можно очень быстро складывать. Быстрее, чем в столбик, быстрее, чем на лифмометрах, быстрее, чем на калькуляторах. И электричество им не нужно. Такая штука. Но если вам кажется, что это не очень удобно, давайте посмотрим на японские счеты. У них, как видите, костяшек в одном ряду, вот сбрасываю в ноль опять же, у них костяшек в одном ряду не 10, как у русских счет, а всего 5. 4, 1. Значит, единичка, добавляем двоечку, добавляем еще единичку, получаем четверку. Теперь хотим добавить еще единичку, это получается пятерка. Это делается вот так вот. Пятерка, шестерка, добавляем еще тройку, это 9, добавляем единицу, костяшек больше нет, скидываем эти костяшки, перекидываем сюда. И вот так вот считаем. Жутко неудобно на первый взгляд, но говорят, если научиться, тоже очень хорошо получается. Я не умею. Вот. А вот это устройство такое же по принципу, но куда более продвинутое. Оно появилось в конце 20 века, называется 19 века, извините, называется числитель Крумера. Вот мы, скажем, записываем 2, 7, 4, и вот 2, 7, 4. Прибавить 9. Не знаю, видно ли это на видео, по-моему, видно, что напротив девятки у нас полосочка красная. Это означает, что ее надо сдвигать не вниз, а вверх. Сдвигаем, и вот прибавилось 9. Потому что здесь слева маленький кусочек зубчатой рейки, который сдвигает число на единицу. Прибавим еще, ну скажем, опять-таки 9. Двести девяносто два. Еще 9. Уп. У нас 9 + 1 получается 10. Такой цифры нету. Поэтому сбрасываем получившуюся цифру. И вот 301. Очень просто, очень удобно.
И что приятно, в отличие от обычных счетов, такой счислитель Крумера можно сунуть в карман, и он будет сохранять введенное в него число, пока мы его не сбросим вручную. Вот я дергаю за ручку, число сбрасывается. Счетные машины бывают однопериодными и двухпериодными. Классические однопериодные машины – это счеты или логарифмическая линейка. Когда вы вводите число, прикидывая нужное количество костяшек на счетах, вы мгновенно получаете результат. Вот я ввел число 3, сейчас еще раз прикину 3 костяшки и получу результат 6. Вот. Наиболее известный пример двухпериодной машины – это современный электронный калькулятор. На нем вы сначала вводите число, а потом нажимаете клавишу операции, которая объясняет калькулятору, что нужно делать. У однопериодных машин есть свои плюсы. Ну, во-первых, считая на счетах, не приходится тратить время на нажатие кнопок операций. Во-вторых, что на самом деле было даже важнее 100 лет назад, счеты и даже более сложные однопериодные машины обычно устроены гораздо проще двухпериодных. Потому что в двухпериодной машине где-то нужно хранить введенное вам число отдельное, отдельный результат. Ну, то есть регистр вдвое больше. Как мы узнаем чуть позже, эти регистры еще и устроены сложнее. Ну и зачем тогда нам нужно такое счастье? Дело в том, что кроме сложения и вычитания, здесь еще умножение и деление. И, скажем, если вы хотите умножить 123 на 5, то это вам нужно сложить 123 с самим собой 5 раз. Вот я это сейчас сделаю еще на одной однопериодной машине. Результат. Вот здесь вот будет результат. И вот я ввожу 123. Один раз ввел. 123. Второй раз ввел. 123. Третий. 100. 23. Четвертый. 123. Пятый. И вот, пожалуйста, результат. Но, как вы сами видите, это очень, довольно сложно, долго и неудобно. И именно этой проблемы и двухпериодные машины лишены. Вот. Ну и теперь переходим к двухпериодным машинам. Я их, честно говоря, люблю гораздо больше, потому что они сложнее и интереснее. И дальше я про них буду вам рассказывать. Начнем мы обсуждать двухпериодные машины с арифмометра Фоднера. Как я и говорил, двухпериодной машине нужно где-то хранить введенное слагаемое. И простейшие арифмометры почти целиком состоят из этого самого регистра для хранения этого самого слагаемого. Конкретно на машине Однера слагаемое хранится в барабане Однера, собранном из отдельных колес Однера. Вот, пожалуйста, вам одно колесо Однера. Сейчас я его чуть увеличу, чтобы было виднее. Ну, в общем, надеюсь, что видно. Колесо состоит из собственно литого основания. На нем кольцо с хитрой прорезью и рычажком. Вот я поворачиваю рычажок, и он выталкивает зубья. Получается шестеренка с переменным количеством зубцов. Вот я, скажем, выдвинул 5 зубцов. Вот убрал один, осталось 4. Так, это не зубец, если что, это другое. 5, 6, 7, 6. Дальше шестеренка поворачивается вокруг своей оси. И зублями поворачивает другую шестеренку, на которой написаны цифры. И получается сложение. Один оборот, одно сложение. Вот. Целый барабан выглядит вот так вот. Вон рычажки, видите? Вот. У нас самый известный и популярный арифмометр Однера – это Феликс. Ну, о Феликсе тут говорят, будет отдельное выступление, поэтому Феликс я показывать не буду. Вообще не люблю Феликсы, они очень дешево были. Они были сделаны очень дешево, они, конечно, и стоили дешево, но качество соответствующее имели. Давайте лучше посмотрим на Вольтера 160.
Это такой Феликс, как он должен выглядеть, если сделан хорошо. Вот здесь вот находится барабан Однера, вот те же самые рычажки. Вот на них выставляем какое-нибудь число, 123, например. И вот делаем оборот. Прибавили 123. Прибавили 123 еще раз. Еще раз. И вот результат. 369. Ну, хорошо. На 3 мы умножили. А если мы хотим умножить на 1003? Можно, конечно, сделать 1003 оборота рукой, но это замучаешься. Поэтому лучше считать как будто в столбик. Давайте вспомним, как считаем в столбик. 123 на 1003. Это у нас 123 плюс 123 плюс 123 и плюс 123 умноженное на 1000. То есть 3 нуля. И здесь 123. Получится, соответственно, 123 369. Аналогом такого приписывания нулей при умножении в столбик является перемещение каретки. Вот я сдвигаю каретку на один разряд, на два разряда, на три разряда. Теперь цифры, установленные в счетном барабане Однера, сдвинуты относительно цифр в каретке как раз на три разряда. Вот мы делаем оборот и получили произведение на 1003. Вот такой Вальтер в свое время стоил примерно в 10 раз дороже Феликса, но и сделал хорошо, хорошо было. Тем не менее, на нем нужно постоянно следить за количеством оборотов, вручную крутить ручку. Это все не очень удобно. Поэтому, если вы были готовы заплатить еще на порядок больше, нет, не на порядок, все-таки меньше, в 2-3 раза, то вам бы предложили купить вот такую замечательную машинку, которая все считает самостоятельно. Встречаете. Это тоже арифмометр Роднера, но уже автоматический электрический. Там вот мотор стоит сзади. И давайте посчитаем на нем то же самое 1003 умножить на 123. Вводим 1003, говорим умножить на, поверну немножко, чтобы было виднее, вводим 123, видно, не очень, если честно, вот тут 123, говорим равно, и вот он все то же самое посчитал сам, пожалуйста. Кстати, интересно, что не все арифмометры, внешне похожие на Феликс, основаны на колесе Однера. Точно так же, как вот этот фацит, он не похож на Феликс, хотя внутри у него колесо Однера есть. Вот, например, даже два примера. От фирмы Marchant и от фирмы Gamman. Как видите, тоже достаточно похоже все внешне, но внутри они совсем другие. В Гамане тоже есть барабан, который вот здесь находится. Но он не выдвигает из себя зубья, а просто проскальзывает в нужный момент. А Merchant, так же как и Феликс, выдвигает зубья из барабана, но выдвигает и прячет их не в то время, когда вы поворачиваете рычажки, а просто во время вращения ручки. То есть на самом деле даже сложнее, но зато ручка крутится легче, потому что не нужно прокручивать весь тяжелый барабан. В общем, в прошлом, как сейчас, зачастую можно было встретить машины с одинаковым базовым дизайном, но совершенно разной конструкцией. Мы к этому еще вернемся. У арифмометров Однера есть один большой недостаток. Они почти всегда с неудобными рычажками вместо удобной клавиатуры. Я, конечно, только что показал вам фацит, у которого клавиатура была. Но, во-первых, фацит такой один, во-вторых, клавиатура у него довольно сложно устроена. Ну, действительно, клавиатуры в случае Однера машин
Должна сначала сдвинуть крючок в нужное положение, а потом уйти и не мешать колесу с рычажком крутиться вокруг своей оси. Гораздо удобнее было бы, если бы колесо вращалось по одной оси, а рычажок двигался бы по другой, неподвижный. Именно так устроен вальф Лейбница, на основе которого и было сделано большинство больших и дорогих макулатурных машин, выпускавшихся, ну, примерно с 911 года по 960-е. Вот, давайте взглянем для начала на арифмометр Рекорд. Одна из простейших машин на основе вальф Лейбница выпускалась где-то в 30-е годы. Принцип у нее примерно такой же. Помните, мы когда хотели ввести число 1, 2, 3, мы начали с того, что сдвигали один рычажок на тройку, второй на двойку, третий на единичку. Здесь то же самое, просто вместо одного рычажка один столбец кнопок. Вот мы сдвигаем на 3, на 2, на 1. И точно так же делаем поворот ручки. И это число прибавляется к счетчикам. Все очень просто. Кстати, обратите внимание, что после того, как я сделал оборот ручки, число автоматически сбросилось. Это на вальках Лейбница тоже делать гораздо проще, чем на колесе. Давайте сейчас поднимем Рекорд. Снял с него нижнюю крышку. Надеюсь, нам удастся рассмотреть, как устроены вальки Лейбница. Смотрите, вращаю. Так, нет. Так должно быть, наверное. Вот я вращаю ручку, и вот вылезает наш валик. Вот он. Делаю еще один оборот. Вот появляется один зубец из ряда 9 зубцов, потом второй зубец более длинный, который относится к ряду 8 зубцов и ряду 9 зубцов, еще более длинный, еще более и так далее. До самого-самого длинного зубца, который задевает вторую шестеренку, независимо от ее положения. Вот я нажимаю на клавишу 9, и видна шестеренка, которая... Видна ведь, да. Вот видна шестеренка, которая цепляется за валик Лейбница. Вот я сейчас еще раз поверну валик, и мы увидим, как он цепляется за шестеренку. Вот. Шестеренка делает один шаг, два шага, три шага, четыре шага, пять шагов, шесть, семь, восемь, девять. Сейчас, если, скажем, сдвинуть эту шестеренку на пятое положение и повернуть еще раз, то первые несколько зубцов шестеренка пропустит, потому что она будет недостаточно близка к ряду из девяти шестеренок. А потом тоже начнет крутиться. Может быть, это понятнее будет на картинке. На самых ранних арифмометрах Лейбница валик действительно выглядел как валик, вдоль которого были приделаны ребра шестеренок. И вот валик, он вращается ручкой. И вот шестеренка, находящаяся в положении 1. Она цепляется за самый длинный гребень валика, а за остальные не цепляется. Вот. Ну, это, конечно, наиболее простой вариант арифмометра Лейбница, на основе валика Лейбница. Вот, можно взглянуть на вариант посложнее. Немецкий суперавтомат фирмы Rheinmetall. Суперавтомат с дополнительным суммированием SASL. Совершенно здоровенный, тяжеленный.
И внутри у него находится точно такой же ряд валиков Лейбница и, соответственно, такая же клавиатура, но кроме нее вы видите, скажем, дополнительную клавиатуру для умножения. Давайте что-нибудь умножим. 1, 2, 3. Во-первых, сбросим счетчики. Умножим 1, 2, 3, 4, 5 на 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста. Я всегда очень любил эту модель, потому что такое впечатление, когда она сама работает. Как будто кто-то невидимый крутит для ручки. У более поздних моделей таких ручек нет, вместо них клавиши, которые запускают все движение, а здесь вот ручка крутится при движении, например. Вот. Все. У элементалов внутри есть много всего интересного. В них даже дифференциал есть, передающий вращение по выбору или на валике Лейбниц, или на каретку. Но не на то и на другое сразу. Такая интересная защита от дурака. А вот еще один интересный арифмометр. Курта. Может, вы о нем даже слышали. Это очень популярная модель, ставшая знаменитой в 2004 году, когда про нее написали статью в Scientific American. Вот. У него внутри тоже валик Лейбниц, но всего один в центре. А вокруг него, по кругу, расположено 8 снимающих шестеренок, которые подключаются к счетчикам. Ну и пользоваться, естественно, точно так же, как всеми остальными. Вот набираю число 123. Делаю оборот ручкой. И вот число 123. 23 умножили на 3. Умножаем традиционно еще на 1000. Вот. А теперь немного безумия. Перед вами арифмометр серии Silent Speed. Вообще, обычно автоматические арифмометры делают около 300 сложений в минуту. И при такой скорости среднее умножение пятизначных чисел занимает порядка 10 секунд. В 30-х годах, когда появился Silent Speed, в его рекламе писали, что он делает 1200 ходов в минуту. Кстати, что интересно, эта же цифра вошла потом во все учебники отечественные. То есть, что он в 4 раза быстрее своих конкурентов. Ну, надо помнить, что реклама, как положено, реклама немного приукрашивала. И на такой скорости Silent Speed работал только в специальном, ни для чего больше не нужном режиме. Но в практически значимых условиях он оказывался примерно вдвое быстрее своих конкурентов. И только 30 лет спустя, к концу 60-х, стали появляться машины, которые в определенных условиях приближаются к Silent Speed по скорости. Ну, тут, правда, появились электронные калькуляторы, и механический Silent Speed ушел непобежденным вместе со всей остальной механикой. Как видите, внешне Silent Speed не сильно отличается от того же рекорда или Рейнметалла. Ну, я уже рассказывал, что арифмометры при внешнем единообразии могут быть устроены очень по-разному. И вот Silent Speed – это как раз такое по-разному доведенное до предела. Маленькая ремарка. Я немного умею чинить механические машины, стараюсь не слишком сильно их разбирать. Потому что разобрать вот такой вот сложный арифмометр до винтиков, в нем, если что, насколько я помню, около 4000 деталей. Вот. Разобрать его, а потом собрать обратно, это очень сложно. Насколько я понимаю, примерно так же поступает и большинство коллекционеров. А без полной разборки, вы уже поняли, потому что я показывал до того, очень сложно что-нибудь увидеть в арифмометре. Поэтому хороших картинок в интернете мало. И вот то, что я вам буду показывать, это картинка, которую один дяденька из Австралии сделал почти 20 лет назад и выложил в интернет на тех скоростях интернета, которые были 20 лет назад. Поэтому картинка маленькая и не очень внятная. Ну так вот. Вообще нет ничего сложного в том, чтобы разогнать мотор любого арифмометра до скорости 1200 операций в минуту. Проблема в том, что механизм не выдержит. Вот я вам показывал колесо Удлера и валик Лейбница. У них у обоих принцип один. Колесико сначала цепляется за зубья и крутится, потом отцепляется и перестает крутиться. И так 300 циклов запуска остановки в минуту.
Понятно, что такие старты и стопы – это нагрузка на механизм. И неудивительно, что если разогнать механизм 4 раза, он просто сломается. А как решили эту проблему в Silent Speed? Они на каждый разряд сделали свою коробку передач, буквально. Вот видите, вот 10 разрядов клавиатуры. 1, 2, 3, ну и так далее. И в каждом разряде есть коробка передач. Вот такая. Вот она частично разобранная. Вот несколько рядов таких коробок передач в собранном виде. Или вот один разряд. А вот она полностью разобранная, видно, насколько много в ней деталек. Да, еще один раз собранная. Вот. Но, значит, в результате, неважно, прибавляем мы единицу или девятку. В любом случае прибавление идет весь цикл сложения, просто с разными скоростями. Девятка, соответственно, в 9 раз быстрее, чем единица. Если нам надо передать число 5 раз при умножении на 5, то прибавление идет непрерывно все 5 циклов. Такое вот аналоговое сложение получается. Но это еще не все. Скажем, хотим мы сложить 99 и 22. Тогда в каждом разряде произойдет переполнение, и нужно будет перенести десятку в следующий разряд. Все нормальные арифмометры решают эту проблему просто. 9 плюс 2 равно 1 и 1 в уме, как при счете в столбик. Потом, соответственно, по всей клетке проходит ряд импульсов, и эти единицы в уме прибавляются. Это опять импульсы, которые нельзя разогнать до 1200 операций в минуту. Поэтому вместо импульсов у Silent Speed идет непрерывная передача десятков, происходящая одновременно с суммированием числа, приходящего из коробки передач. Для этого в каждом разряде у него планетарный механизм. Но и этого мало. Ведь при непрерывной передаче 99 будет выглядеть как 109. Потому что девятка на непрерывной передаче передаст на следующий разряд почти единицу. И для предотвращения вот этого всего в каждом разряде есть еще один второй планетарный механизм. И все это вместо трех рычажков и трех пружин, которые приходятся на один разряд Феликса, например. Что вот. Каретка. Вот у нее. Раз, два, три, четыре, пять разрядов. И там и так далее до 20. Каждый разряд устроен вот так. Это схемка из замечательной советской книжки. А вот как оно выглядит вживую. Вот виден планетарный механизм. Вот схема одного разряда. Вот тут видно. Вот эта вот шестеренка передает вращение от коробки передач. Вот один планетарный механизм. Второй планетарный механизм. Вот. Кроме этих основных ускорений, в конструкции Silent Speed есть еще много интересных мелочей. Например, вот здесь вот расположен аналоговый датчик, который оценивает разряды частного и переходит к следующему разряду, когда ему кажется, что текущий уже почти посчитан. Или вот здесь вот есть дополнительный регистр памяти, в множителе, позволяющий вводить цифры множителя быстрее, чем они рассчитываются. Вот я нажимаю раз. Вы обратили внимание, что я нажал одну кнопку, потом нажал вторую еще до того, как он остановился. И он-то справил, он с этим справился и обработал оба нажатия. Вот. Но, к сожалению, все это великолепие вам хорошо показать не могу, потому что оно слишком плотно упаковано в корпусе машины. Ну вот вам. Сейчас будет непрерывная передача десятка. Я раз за разом буду запускать 9 умножить на 9, и вы увидите, как быстро крутится крайнее правое колесико. Вот это вот. Медленнее второе, еще медленнее третье, еще медленнее четвертое.
И каждый раз, когда 9 умножить на 9 заканчивается, вторые планетарные передачи выстраивают колесико с цифрами в аккуратный ряд. Смотрите. Вот я нажимаю кнопочку. У меня нажата кнопочка 9 раз. Нажимаю кнопочку 9 2. И вот сейчас постараюсь показать, как это выглядит. Такая чудовищно сложная, чудовищно своеобразная машина. Вот. Теперь перед вами Мерседесы. Если что, к фирме, делающей автомобили, они никакого отношения не имеют. Просто популярное испанское женское имя, которым что-то не называли. Это еще одно семейство машин, по конструкции принципиально отличающееся от остальных. У Мерседесов, как у Silent Speed, непрерывно работающая коробка передач внутри. Но коробка всего одна на всю машину, и она подключается-отключается при каждом цикле. Справа вы видите последнюю модель линейки. Она выпускалась в 60-е годы, называлась R44SM. Вот она. По скорости почти не уступала Silent Speed. И еще одна интересная особенность ее в том, что при запуске вычисления клавиатура делится на две части, в которой одновременно вводятся два множителя или делители делимое. Потом вы нажимаете клавишу выбора операции, и специальный вал микрокода вращается, и микрокоманды на нем в виде кулачков разной формы определяют, как именно будут использоваться числа. А если вам нужно сложение, кстати, то все 20 разрядов клавиатуры не делятся пополам, а работают как один большой регистр. Вот давайте посчитаем, например, на нем 256 умножить на 256. 256 умножаем, вот линия разделения, на 256. Вот сейчас мы нажмем клавишу умножения, и сработает вал микрокода, а потом начнется, собственно, умножение. И вот, пожалуйста, результат. Сбрасываем числа, проводим деление. Точно так же, скажем, 2 на 7 делить. Вот. А слева мы видим еще одну машину, чудовищно большую, чудовищно тяжелую, очень, очень неудобную. Это Mercedes Euclid 8. Это самый первый арифмометр, умеющий складывать, вычитать, умножать и делить автоматически. Разработано это чудо еще до Первой мировой войны. Вот. Давайте попробуем на нем сложить два числа. Ну, сложение это достаточно просто. Значит, смотрите. Нажимаем вот на эту ручку. Проверяем, что эти ручки вот в таком положении. Проверяем, что эта ручка вот в таком положении. Сбрасываем счетчики, проверяем, что здесь нули. Ура! Наконец-то можно складывать. Значит, набираем одно число, 256. Да, сдвигаем колетку чуть-чуть вправо. Она неправильно сдвинули, бывает. Вот. Нажимаем. Плюс. 256 еще раз. Плюс. Вот здесь 512. Теперь сделаем, вычтем из него еще 256. Перещелкиваем вот это. Вычитаем. Получили, пожалуйста, 256. Ура! Теперь попробуем что-нибудь умножить. Значит, умножение. Эта ручка так. Эта ручка так. Здесь 256. Здесь 256. Все сбрасываем. Ну, если ничего не перепутал, то должно умножить. Проверяем. Да, ну и попробуем деление. Да, вот результат умножения.
65536, как и положено. Сбрасываем счетчики. Сбрасываем счетчики. Сбрасываем счетчик. Счетчик сброшен. Деление. Это поднимаем на... поворачиваем вниз. Ручку направо. Ручку защелкиваем. Нет, рано пока защелкивать. Сдвигаем в крайнее правое положение. Ну, скажем, 2 делить на 7. Так. И нажимаем вот эту кнопку. Да? А, еще правильно, вот этот перещелкнуть, я забыл. Виноват, он зацепился. Так, это перещелкнули, это перещелкнули. Сдвинули в крайнее правое положение. В общем, как вы уже поняли, машина чудовищно неинтуитивная и чудовищно неэргономичная, как я и говорил. Ну, вот как-то так. Я бы хотел еще многое рассказать. Сказать про машины, про машины на наборных коробках, про программируемые машины, рассказать про планиметры. Но, к сожалению, мое время подходит к концу. Так что вот мою предварительную запись вы просмотрели. Сейчас, если все пойдет по плану, я буду на связи, вы можете задавать мне какие-то вопросы. Ну и переходить к следующему докладчику.